Всем привет, меня зовут Ярослав. Сегодня мы поговорим о такой модельке наушников, как MSR7 от компании Audio-Technica. Прошло уже довольно много времени с их появления на полках, и, наверное, только ленивый не говорил об этих знаковых наушниках. Скажем пару слов о дизайне. Дизайн на самом деле довольно простой, но классный, неброский. Наушники выпускаются в двух цветовых модификациях черного цвета и коричневого шоколадного. Также была лимитированная серия красного цвета, который так любит Япон. В любом свете эти наушники выглядят хорошо и завоевали неслабую популярность среди мужской и женской аудитории. Конструкция наушников выполнена из качественного пластика. Также в чашах используется сплав алюминия и магния, что только добавляет наушникам надежности и добротности изготовления. В оголовье используется пластина из нержавеющей стали и обтянутая эко-кожей. В комплекте у MSR7 вы найдете 3 кабеля, один обычной длины, удлиненный 5-метровый и также для использования с телефоном. Хотя, по сути, с телефоном их не рекомендуем использовать, так как прокачать он их не сможет. Ну и самое главное – звучание. В принципе, многие сошлись на мнении, что лучшим компаньоном для данных наушников будет плеер уровня Kio X3 либо выше. И если вы слушаете Armin Van Buuren, Alan Taylor или Queen, без разницы, наушники одинаково качественно воспроизводят любые жанры музыки.